9000 осмотров мест происшествия, 1000 улик и более 36 тысяч экспертных исследований. Благодаря новым технологиям в 2018-м раскрыты сотни преступлений. В прошлом году органами Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области была продолжена целенаправленная работа по повышению эффективности судебно-экспертной деятельности. При этом особое внимание было уделено качеству и оперативности проведения экспертиз. В настоящее время органы Государственного комитета Брестской области обеспечены всем необходимым оборудованием, которое позволяет проводить исследования различной сложности на качественно высоком уровне и в кратчайшие сроки, что называется, по горячим следам. В прошедшем году мы реализовали комплекс мероприятий по организации проведения экспертиз компьютерной техники и радиоэлектронных устройств в Баранинском межрайонном отделе. В управлении реализовано новые виды исследований, это исследование электробытовой техники. По-прежнему востребованы наши исследования у граждан и юридических лиц. Основными направлениями работы экспертов, по которым обращаются граждане, были и по-прежнему остаются генетические исследования и исследования маркировочных обозначений транспортных средств. В связи с некоторыми изменениями в законодательстве в текущем году белорусские эксперты ожидают увеличения заявлений для проведения строительно-технических, товароведческих и автотехнических экспертиз. Существуют и так называемые проблемные вопросы. Пока проблемным вопросом остается организация проведения лингвистических экспертиз. У нас заканчивается подготовка специалистов, и, надеюсь, уже во втором квартале текущего года мы приступим к проведению и этих экспертиз. Экспертизы данного вида назначаются в рамках решения материала по экстремистской деятельности, по оскорблению граждан для принятия законных решений органами внутренних дел и судами. Сегодня заканчивается подготовка этих экспертов. К слову, для обучения привлечены специалисты из России. Уже в апреле обучающиеся сдадут завершающие экзамены и приступят к работе в новом направлении. А значит, проводить лингвистические экспертизы будут и в Брестской области. Конечно, сегодня еще есть ряд направлений, которые применяют только в Минске. Опыт столичных специалистов в этом году будет перенят брестскими экспертами. В ближайшее время мы передаем комплект оборудования для исследования, более углубленного исследования при проведении пожарно-технических экспертиз, металлографские микроскопы, сопутствующее оборудование, чтобы можно было устанавливать короткое замыкание в проводах. Раньше такие экспертизы делались только в центральном аппарате. В принципе, мы по всем направлениям развиваемся. Какие-то новые программы и по почерку, и по исследованию ВИН номеров, и по технической экспертизе документов, и по техническим видам, там, по исследованию радиоэлектронных устройств, компьютерной техники. Все находится в развитии. В целом, работа экспертов в Брестской области за 2018 год оценивается удовлетворительно. Но специалисты отмечают, сегодня в стремительно меняющийся век цифровых информационных и других технологий всегда есть куда расти.